Отдать все! Вперед! Мы идем прямо на утес, сэр! Рифить все марселя! Все паруса! Бомбрамсели, круче к ветру! Сам! Лишнего не дам! Еще парусов! Еще воды! Ловим ветер! Сколько есть? Накидывай! Рот к ветру! Все паруса отдать! Марсели, Брамсели отдать! Скорее готовы! Меньше ход! Поднять лисели! Паруса отдать! Поднимаем все паруса! Можем улучшить корабль. Материалов хватит. Обрасопить рей к ветру! Наполни каждый дюйм! Койки вниз, по местам стоять! Давай, капитан Вонючка, скажи, что я арестован. Ну скажи! Твои братья? Давай, беги, псина, беги к хозяину! Да, мы все были приватирами, пока шла война. До встречи!
Клянусь богом, вот славная встреча! Выпей с нами! Привет! О, Кенуэй! А это кто? Адевали. Квартирмейстер Галки. Галка? Ты что, назвал свой брик в честь дурацкой птицы? Аде, это лучшие люди здешней конфедерации. Эд Тэтч, Бен Хорниголд, Джеймс Кид. А ему можно доверять оружие? Тихо, Бен. Аде спас мне жизнь. Мы ищем людей, нам не достает команды. Ну, тут хватает ловких молодцов. Но осторожней. Недели две назад сюда пришел королевский флот. Расхаживают здесь, будто хозяева. Ясно. Посмотрим, что выйдет. Отправляй всех на Галку. Я найду им дело. Счастливо! Сунет краснопузый нос в мои дела. Останется без него, клянусь. Никто не отправит меня домой и не будет указывать, как жить. Oh.
keep your brains in your head if you move away from here. I'll see shit! I'm leaving. I'm calm. Home! Get home! Ладно, парни, похоже, у нас тут упрямый осел. Вы никого взяли? На что я вам сдался? Капитан Кенвей, вовремя вы. Жду на борту. Many men as they took their way round. They were down in the mountains, they pushed on the mountain. Капитан, быстрее! Там схватили одного малого, хотят повесить! На руках этого пирата! Спасибо. Спасибо, Эдвард.
Ну что, теперь отправишься на промысел? А слыхали про обсерваторию? Ну да, старая легенда, как Эльдорадо или источник молодости. Конкретнее? Не то храм, не то гробница, и там лежит сокровище. Точно, смотри. Брехня. Хочешь гоняться за сказками вместо золота? Это дороже золота, Тэтч. Дороже добычи с любого испанского галеона. Грабить королей, чтобы нищие стали богаче, это да. Это не богатство, это сказки.